В турнире приняли участие 7 команд юных читателей библиотеки. Игра состояла из 5 туров. Ребятам пришлось отвечать на вопросы экологической направленности, которые касались животных, птиц, окружающей среды, что в полной мере соответствовало названию турнира. Игра вызвала большой интерес у участников. В зале то и дело звучал смех и веселые возгласы ребят. Зал замирал в ожидании правильных ответов на вопросы, и когда ответ был верным, эмоции выплескивались через край. Несмотря на то, что победителем турнира стала лишь одна команда «Росток», счастливыми были абсолютно все. Каждый участник получил в подарок коробку конфет и сертификат. Ребята из команды победительницы по хорошей книге. Руководители команд – благодарственные письма. Этим турниром завершилась декада экологических мероприятий недели детской книги под названием «7 страниц про зверей и птиц».